Это все? Я же только после процедуры. Мне эта твоя Кристина даже заморозки не сделала. Знаешь, как рука болит? Хватит конючить. На перекус тебе хватит. И никакого сладкого. Дома нормально поешь. О, Анжела Вадимовна. Что, барокамера заработала? Альбина Леонидовна, я знаю, что напортачила. Но дайте мне шанс исправить ошибку. У меня есть к вам очень заманчивое предложение. Неужели? Ну и что же это за предложение такое? Я знаю, как добиться отмены проверки зубоздрава. И если мне все удастся, вы мне простите эту чертову барокамеру. Тем более, не я ее сожгла. Как же вы собираетесь это сделать? У меня есть свои методы, так что мы договорились. Ничего обещать вам не могу. А теперь извините, пожалуйста, у меня куча работы. Хорошо. Ну, вы подумайте. Привет. Привет. Спасибо. Ты мне очень помог. Унижать Берестову — это удовольствие. Теперь скажешь, зачем тебе это понадобилось? Да так, хотел отвести внимание от одной небольшой проблемки. Заодно и поторговаться. Все темнеешь, Анжелочка. Ненавижу ее. Стерву вашу. Да если б не она, я давно в министерстве сидел бы уже. Так, твой гонорар. Я бы предпочел, как раньше. Как раньше уже не будет. Валюта уже не та. Ну-ну. Пока. Так вот кто за этим стоит. А я идиот, человека обидел. Ясь, иди завтракать. Твои любимые французские тосты. Яся! Ясь! Ясь, чего мы лежим? Ты себя плохо чувствуешь? Угу. Сорок опять? Понятно. Ну что ж, больная, собирайтесь. Поедем в больницу и будем вас лечить. Больная? Ты почему еще в постели? Так, мам, пойдем. Собирайся, собирайся, едем. Куда едем? В больницу едем. Заболела, что ли? Заболела. Симулируют. Скучает очень. Возьму с собой на работу. Очень интересно. А в школу кто ходить будет? Ну, пропустят один день, ничего страшного. Мам. Ты не против учиться радоваться жизни. Всегда и всему говорить да. Всегда и всему говорить да. Закрыв дверь во вчера. Ты не помнишь ни одной своей ошибки. Нам небо всегда говорит да, а нам небо всегда говорит да. Сегодня только да. Все равно иди на жизнь, все равно иди на жизнь. Все равно иди на жизнь, все равно иди на жизнь.
ведь выживет, да, выживет. Делаем все возможное. Держись, парень. Только не спи. Что случилось? Мы со завтраком дурачились. И я на стеклянный столик уронила горшок с цветком. Столик разлетелся на части и кусок стекла. Не давайте ему уснуть, говорите с ним. Главное, чтобы он оставался в сознании. Миленький, родной мой, пожалуйста, только не спи, слышишь меня? Доктор, что с ним? Помогите! Коля, маску. Михалыч, давай быстрее, можем не довезти. Куда, в районную? В общую хирургию. Ты сам говорил, можем не довезти, районная ближе. А я говорю в общую, районную не вытянем. Альбина Леонидовна, вызывали? Вызывала. Хотела вам напомнить об одном незавершенном вопросе. О бракамере. Ну, Альбина Леонидовна, я думала, мы с вами договорились. Я пошла вам навстречу и отменила проверку зубоустрава. Вы мне что? Пошли навстречу? А я вас об этом просила? И вообще, что за торги вы здесь устраиваете? Сумма за ремонт бракамера для меня неподъемная. Может быть, как-то можно перекрыть ее за счет бюджетных средств? А я потом бы вам все вернула. Или вы вычитали бы из зарплаты. Ладно, черт с вами. Я поговорю с бухгалтерией. В конце концов, вы решили мою проблему. А я постараюсь решить вашу. Давайте только больше без каких-либо фокусов. Спасибо большое вам, Альбина Леонидовна. Вы даже не представляете. Поверьте, представляю. Доброе утро. Анжела Вадимовна, как хорошо, что вы здесь. Нам нужно серьезно поговорить. Останьтесь. Речь пойдет о вас и о вашем друге Ухине. Извините, мне сказали, перед УЗИ нельзя ходить в туалет, а мне сестрички нет, а я не знаю, куда идти. Сейчас и сколько мне еще терпеть, я не знаю. Сейчас все узнаем. Я бежать. Больше не могу. Анатольевна, да? А где семицестры? Сестринская нет, здесь тоже. Где-где? Марафет наводит. Сейчас презентация от нового аптекаря будет. Там аптекарь такой молодой, симпатичный, да? И всем кремы бесплатно раздает. Я себе уже один прихватила. Светлана Анатольевна, я этому аптекарю сейчас... Строю. Сестричка, а как же я? От Мегера. Пойдемте, бабуля. Еще не хватало конфузиться в коридоре. Ой, я уже еле хожу. Ну что, больная, проходите. Сейчас вас будет лечить лучший врач Кристина Николаевна. Потом, если будешь вести себя хорошо, пойдем в кафе. Не хочу доктора Кристину. Я ее боюсь. Пойди лучше дядю Марка, мамочка. А дядю Марка ты не боишься? Дядю Марка не боюсь. Он папин друг. Ну, хорошо. Дядя Марк так дядя Марк. Никуда не уходите. Угу. Да как вы посмели привести проверяющего в отделение? Это же надо было додуматься, придумать проблему, чтобы ее решить. Я думала, вы отделение спасаете, а вы свой зад прикрывали. Альбина Леонидовна, вы не так меня поняли. Это какая-то ошибка. Роман Юрьевич, я действительно вчера встречалась с Сухиным. Но только лишь ради того, чтобы уладить вопрос с проверкой. Неужели? Да. Анжела Вадимовна. А мои источники в облздраве говорят о том, что никакой коллективной жалобы из нашего отделения не поступало. И я склонен им верить. Альбина Леонидовна, я... Хватит! Больше никаких уступок! Сами напортачили, сами решайте. Теперь барокамера целиком и полностью на вашей совести. Но где же я возьму такие средства? А меня это теперь не интересует. Я вас не увольняю, только по одной простой причине. Потому что вы обязаны отдать мне долг. А теперь вон из моего кабинета.
Покупаем на сотню, получаем лотерейный билет с гарантированным выигрышем. Ну, а главный приз какой? Электромассажер. Девочки, всего 5 минут на день, мышцы в тонусе. Каждая из вас помолодеет минимум на 10-12 лет. Так, один, да? Выбираем. А что здесь за балаган происходит? Быстро по рабочим местам. Вам что, здесь медом помазано? А вы что такая строгая, санитарочка? А хотите, я вам моющее средство предложу? Без хлора, со скидкой. А вы свое моющее средство оставьте себе на потом, когда съезжать отсюда будете, ясно? Я вообще-то вам не санитарочка, а Людмила Александровна Конюшенко, старшая медсестра. Очень приятно, Людмила Александровна. А может, бальзамчику за нас? Что? Ну, в смысле, за открытие. Он у меня целебный, на травах. Так, вы свой бальзамчик пейте сами, за закрытие. Поверьте, вам тут недолго осталось. Ну, это мы еще посмотрим, Людмила. Александровна. Ну-ну, я хотел бы видеть нашу больную. Ну что, дочь, вот и самый лучший доктор Марк. Осмотрите, пожалуйста, пациентку. Mm-hmm. Если что, я в ординаторской. Mm-hmm. Обязательно осмотрю. Так. Ну, самая больная девочка. А ну-ка, присядь. Чуть не забыл. Самое любимое лекарство. Дядя Марк, уже не думаете, что я здесь ради этого? У меня к вам деловое предложение. Угу. Но слышу тон отца. Ну-ну, и что за деловое предложение? Очень важное, дядя Марк. И нужна ваша помощь. Я хочу найти папу. Вы же с ним друзья? Поможете? Марк Викторович, там пациента привезли с большой кровопотерей. А ты здесь будь, я что-нибудь придумаю по поводу отца. Роман Юрьевич, ургентный пациент. Срочно нужна бригада. И 3 литра крови, 3-я отрицательная. Доктор, пожалуйста, не дайте ему умереть, я вас умоляю. Так, успокоительно. Папа. Так, мы сейчас проверим, помогли ли капельницы вернуть чувствительность ваших ног. Я буду рисовать на ногах буквы и цифры, вы будете угадывать. Так, закрывайте глаза. Похоже на 8. Угу. Сложно сказать, но похоже на цифры. 15? Почти. Теперь будет тест на температурную чувствительность. Я буду прикладывать колб с горячей и холодной водой. Вы будете угадывать. Это теплое. Снова теплое. Холодное. Отлично. Рука жжет. Можете глянуть? Ах ты ж стерва старая. И ты туда же. Ну все, тебе конец. А? Какие люди в отделении? А где сестра? Не ваше дело. Передайте это пациенту из 6-й. Павлу Дьяченко? Угу. Ему самому. Передайте. Тебе спасибо, не тебе, пожалуйста. Ах, не плачется с ними, Альбина Леонидовна. Так лучше? Угу. Возьми на тумке. Так. Вы вообще с ума сошли? Кто додумался притащить в хирургию собак? Никто нас не тащил, Альбина Леонидовна. Это была наша инициатива. Да вы понимаете, что это недопустимо?
Развели здесь антисанитарию. Так еще и стресс для пациентов. А у меня, между прочим, люди после операции лежат. И им нужен покой. По нашим данным, кольцо все еще находится в отделении. Если нужно будет, мы перетрясем весь персонал и пациентов. Но для этого вам понадобится закрыть все отделение. А у вас есть на это разрешение? Так я и думала. Ордера на обыск у вас нет. Так что покиньте, пожалуйста, помещение. Мы-то покинем. Но вы же понимаете, что завтра утром мы вернемся, и разговор уже будет короткий. Вы мне что, угрожаете? Вы сначала ордер получите, а потом приходите. Разговор закончен. На выход. Пойдем. Яна, общий сбор всего персонала. Срочно! Уберите собак. Собак уберите! Фу. Не бойся. Мамочка, собаки покусали моего Сеню. С тобой все в порядке? Не волнуйся, мамочка, меня дядя защитил. Спасибо, Роман Ильич. Не за что. Пойдем. Вера Алексеевна. Я бы хотел попросить у вас прощения за вчерашнее. Считайте, что извинения приняты. Пойдем. Вера Алексеевна, правда. Я понимаю, что меня это абсолютно не оправдывает, но я просто даже ума не приложу, как мог допустить мысли о вашей непорядочности. Ну, людям свойственно ошибаться. Пойдем. Мамочка, а кто этот дяденька? Он такой смелый, прям как наш папа. Вынимаю стекло. Да. Чёрт. Разрыв стенки. Сильное кровотечение. Тампон, тампон, держи, давай. Держи здесь. Да! Придави! Слишком большое кровотечение. Давление зажим. Падает. Держи зажим. Давай. Еще. Что ж такое? Держи, держи, держи зажим. Кровотечение остановлено. Зашиваю. Давление? Стабилизировалось, но очень низко. Почему так мало? Третье отрицательное, все, что удалось достать. Мы срочно нужен донор. Я это крою, он продержится буквально полчаса. Иди к его девушке, пусть найдет родных. Что ж. Итак, у меня есть достоверная информация о том, что кольцо, которое было изъято из желудка иностранного пациента, до сих пор находится в больнице. В наших с вами интересах найти это кольцо. В противном случае нас закроют на неопределенный срок. И тогда нам всем не поздоровится, потому что будут проверять всех и каждого. Альбина Леонидовна, ну это просто полицейский беспредел, честное слово, какой-то. В нашем с вами случае лучше найти это кольцо. На все про все у нас с вами сутки. Господи, как же его искать, если оно проклятое, да? Что значит проклятое? То то и значит. Ты хоть знаешь, где этот таец его нашел? Тут уже. А я по Discovery видела, что подобные кольца снимают с давно умерших правителей. А их когда хоронили, заклятия разные читали. Ну, чтобы не разворовывали. Я очень надеюсь на поддержку всех и каждого. Потому что на кону стоит международная репутация нашей страны и честь нашего отделения. Расходитесь.
Да, пропавшее лекарство мы уже искали, а кольца еще нет. Ну, чего стоим? Кольцо само себя не найдет. Знать бы, где искать еще его. Петровна, а что вы стоите? Идите петлями от отходов чистить. Я 2 дня назад говорила вам. Так, ну что, дядя Марк тебя вылечил. Вот тебе фрукты. Посиди здесь, я пойду на обход. Выходить нельзя. Ладно. Хорошо. Позже приедет бабушка, заберет тебя домой. Я не хочу к бабушке. Хочу остаться с тобой. Поболели и хватит. Ты уже взрослая девочка, а мне пора работать. Привет, Вера, ты Марка не видела? Нет, ну он вроде на операции, что? Да ничего. Слушай, а тебе машина не нужна случайно? Ну, Яську в школу возить будешь. Я еле с ипотекой справилась. Нет, не нужна. Ясно, жаль. Мне просто деньги нужны, иначе мне конец. Из забора камеры? Чего на тебя повесили ремонт? Это долго рассказывать. Ладно, присмотри, пожалуйста, за Ясей мне на обход. Я сделаю пару звонков, попытаюсь тебе помочь. Как всегда. Одни, значит, кольца по отделению ищут, а ты, Тася, в зале копайся. Родственники Матвея живут в другом городе. А нельзя купить кровь или сделать сбор донорской крови за деньги? Я заплачу, сколько нужно. Теоретически это, конечно, возможно, но у нас совсем нет на это времени. Что случилось? Как же теперь мой Матвей? Если бы я могла, я бы отдала ему всю свою кровь до последней капли. Но у меня первая группа крови, а у него третья. А резус-фактор какой? Отрицательный. Ну так ваши группы крови подходят друг к другу. Единственное, что нужно прямое переливание, но я же надеюсь, вы не против? Нет, конечно. Наташа, проведите анализ крови, проверьте резус-фактор и подготовьте девушку. И тебе привет, доченька. А где Варя? На процедурах. Где же еще? А ты чего такая смурная? Случилось что-то? Мам, ну вот честное слово, я не понимаю, как ты тут вообще работаешь? Мало того, что зарплата маленькая, так еще и коллективчик так себе. Они же тебя вообще ни во что не ставят. Ты нам сама всегда говорила о профессиональной этике врача. А они ее сами в наглую нарушают. Причем на глазах у пациентов. В каком смысле? В прямом. Вешаются на шею к пациентам. Чуть ли не сексом на рабочем месте занимаются. Ты сейчас-то о ком? О Верочке твоей, Алексеевне. Та еще вертихвостка. Вера Алексеевна? Да быть такого не может. Вот и может. Я своими собственными глазами видела, как она целовалась с одним из пациентов. Еще и нашла себе, блин. Вдвое младше нее. Сыновья ей годится. А из какой палаты пациент? Из 6-й. Ты уверена? В смысле, с чего ты это взяла? Блин, мам, я же говорю, мимо проходила, собственными глазами видела. Они даже дверь не удосужились закрыть. Представляешь, какая наглость? Спасибо, доченька. О, 2 недели, Светлана Анатольевна. А что так много? А чего это, Лютенька, мой отпуск считаешь? Сколько хочу, столько и беру. Мне деревья обрезать надо. Вон, огород к новому сезону подготовить.
Заявление об отпуске, да? Зря вы все это. Берестова сказала, пока кольцо не найдется, никого никуда не отпустит. А еще исследователь этот со всех подписку о невыезде возьмет. Так, ничего не знаю. У меня посевной календарь. Чек. Огород можно готовить только в новолуние. Что, Петровна, там, тебе плохо? Там! Идемте скорее! Результаты анализов. Пробы на индивидуальную биологическую совместимость есть? Да. Подходит? Подключайтесь к системе. Давление? Стабильное. Закончил. Ну, зажим. Черт! И эту кровь теряем. Зажимаю. Зажимай, зажимай, зажимай. Все, все. Продолжаю шить. Не могу продолжать операцию. Не переживай. Анализы показали, что парень в норме, он здоров. Да, но инструкция есть инструкция. Ты же знаешь, Берестова. Я сейчас в Веру пришлю. Справишься? Жду. Обработайте, пожалуйста. Ну и как он здесь оказался? Это все я. Это все из-за меня. Я ж после операции все послеоперационные отходы в печь сунула. А потом вся эта суматоха началась. И я про нее забыла. Ну, конечно, забыла. Пепел, небось, в поддоне дня три копился. А я говорила, печь надо сразу чистить. Господи, ну кто ж знал? А что теперь со мной будет? Не знаю, это уже не я, это Берестова решать будет. Кстати, надо ей его как-то доставить, пока оно опять не потеряет. Тихонь, проклятое оно. Начинается. Исковерия говорила. Я знаю, как его Берестовой доставить. Да вы что, девки, с ума посходили. Наслушались бабкиных забабонов. Ой. Вот Светлана дает. Ни Бога тебе не боится, ни черта. Это точно. Соку, соку, пира, пира. Соку, бачи, соку, пира. Соку, бачи, пира. Сок, сок, бачи, бачи. Сок, сок, пира, пира. Сок, бачи, бачи, пира. Так, еще раз. Сок, сок, бачи, бачи. Ой, я вижу, у вас тут весело. А ты так умеешь? Как? Сок, сок, бачи, бачи. Сок, сок, пира, пира. Соку, бачи, соку, пира. Соку, бачи, пира. Еще раз. Соку, бачи, бачи. Соку. Замени меня, пожалуйста, на операцию. Там множественные порезы. Много работы, Кристина сама не справится. А с тобой что? Я палец уколол иглой. Ну хорошо, не вопрос. Яся, ходить можно только в туалет и обратно. Ага. А игла-то хоть стерильная была? Да нет, я сшивал сосуд. Скажи-ка. Я бы, конечно, продолжил операцию, но Чайка и Берестова, они просто съедят меня за нарушение протокола. Ты хоть понимаешь, что это опасно может быть? Такие раны очень быстро зашивают. И никогда не болят. А какие болят? Ну ладно тебе, прости меня за то утро. Я уже 1000 раз пожалела, честно. Извинения принято. Ты прости меня. Я с Ясей хочу поговорить. У нас есть незаконченный разговор. Ну, ладно. Я пока пойду. Поучу. Она в тебя влюбилась? Думаешь? Ага. Сразу видно. А, на вот, держи. Это тебе. Только никому. Это связь с папой. Как я ему позвоню? Я его номер не знаю. Ну, зато я знаю. Я подключил нужных людей. И телефон папы там. Ты разберешься? Угу. Спасибо, дядя Марк. Я знала, вы не подведете.
Как видите, капитан, мои люди ни в чем не виноваты. Прекрасно. За этой цацкой уже и борт прилетел. Надеюсь, на этом все. У вас больше нет к нам никаких претензий. А у вас к нам? Вы простите, если что, мы просто делали свою работу. А мы свою. Нам пора. Спасибо. Ну вот, одной проблемой меньше. Да, теперь остается только решить вопрос с барокамерой. И сделать это желательно до пресс-конференции, иначе все придется отменять. Ну, на самом деле, я бы и не недооценивала Анжелу Вадимовну. А вы, кстати, не видели Борисову? У меня к ней очень серьезный разговор. Неужели серьезнее, чем барокамера? Гораздо. С вашего позволения. Яна, вызовите, пожалуйста, ко мне Борисову. Хорошо, Альбина Леонидовна. Доктор, ну как он? Кровопотерю мы компенсировали, а других проблем со здоровьем у Матвея нет. Давайте. А как зашили? Ночь пройдет в реанимации, утром нужно привезти. Спасибо тебе, Верочка. Спасибо. Как вы себя чувствуете? Очень холодно и голова кружится. У вас пониженное давление, это естественно. Вы отдали очень много крови. Сейчас мы вам вызовем такси, и вы поедете домой. Прописываю вам плотный ужин и полноценный сон. Какой сон? Нет, я не могу. Здесь же Матвей, я его не оставлю. Вы не переживайте, он будет под круглосуточным наблюдением. А завтра вы окутаете его любовью и заботой. Все будет в порядке. Сейчас самое главное, чтобы вы восстановились. Вот так вот. Хорошо. Что значит уволена? За что? Вы еще спрашиваете? За нарушение этических норм поведения. Роман Юрьевич? Он всего один раз меня подвез. Или вы за билеты в театр? Какой театр? Вы, Вера Алексеевна, крутите роман с пациентом. Еще строите из себя святую невинность. Понятно. Кто вам об этом сказал? Это не имеет никакого значения. Если это сделала ваша дочь, тогда имеет. Я же так понимаю, мы сейчас говорим о моем так называемом романе. С пациентом 6-й палаты? Еще одно кривое слово в адрес моей дочери, и наш разговор с вами закрыт. Давайте, пишите заявление. Нет! Я не увлечена этим пациентом. Им увлечена ваша дочь. Она стала носить ему подарки. Спросите у Светланы Анатольевны. Она сегодня передала подарок Павлу от вашей дочки. Ну что, еще не проснулся? Ты должен уже. Действие наркоза заканчивается. Так, все. Капельницу я поставила, антибиотик вела. Дальше разберетесь. Угу. Вика. Ага, вижу. Так, тихо, тихо, тихо. Где? Что вы со мной сделали? Вы в больнице. Нас прооперировали, но уже все хорошо. Успокойтесь, успокойтесь. Вам нельзя вставать. Голова! Боже! Почему так темно? Свет! Тихо, тихо. Включите свет! Тихо, тихо. Где тихо, Стасик? Тихо. Что вы со мной сделали? Держи, вас за Броницкий. Тихо. Нет, нет, нет. Лежите. Тихонечко. Свет. Тихо, тихо, тихо. Вам нельзя вставать. Лежите. Тихо, 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 тихо. Наконец-то. Я по тебе так соскучился. А это у тебя откуда? Медсестра принесла. Какая? Светлана Анатольевна. А что происходит? У тебя все в порядке? Скажи, Паш, а ты
Ты правда меня любишь? Что за глупый вопрос, скажи мне? Больше жизни. Просто эти твои поклонницы атакуют тебя со всех сторон, вот я и подумала. Может быть, ты хочешь больше свободы? Аль, мне кроме тебя даже думать ни о ком не хочется. А поклонницы — это просто издержки моей работы и популярности. Издержки. А Саша? Саша тоже издержка. Какая Саша? А, Саша. Ну, так она же твоя дочь. Значит, ты знал. И ничего мне не сказал? Послушай, я просто даже не знал, как тебе об этом сказать. И я не хотел, чтобы ты по этому поводу еще и переживал. А есть из-за чего переживать? Нет, конечно. Я держу ее на расстоянии. Вон, даже подарок ее не открываю для того, чтобы вернуть ей его обратно. Ладно, Паша. Мне пора, меня Чайка в актовом зале ждет. Подождет тебя твой Чайка. Иди сюда. Давай, не скучай. Тихонько. Сейчас придет доктор. Потерпите чуть-чуть. Тихонько. Тихо. Так, Матвей, как вы себя чувствуете? Где у вас болит? Голова. У вас постоянно болит голова или наплывами? Постоянно. Добавьте в капельницу антибиотик и обезболивающий. Измерьте ему температуру. Где Стася? Не переживайте. Стася, она дома после переливания. Приведите ее. Срочно! Успокойтесь, я вас прошу, успокойтесь. Если вы хотите, я сейчас наберу ее. И вы убедитесь в том, что с ней все в порядке. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Вне зоны доступа. Так, температура повышена. Это нормальная реакция на наркоз. Через 15 минут добавьте кубик спазмолитика. Хорошо. Доктор, мне нужно срочно увидеть Стасю, срочно. Пожалуйста, пусть за ней кто-нибудь съездит. Я вас прошу, успокойтесь. Ваша Стася отдала вам пол-литра крови. Ей нужно восстановиться. Если вы хотите, я обязательно ее наберу при первой же возможности. Тогда я сам поеду. С ней что-то случилось, я уверен. Пожалуйста. 2 кубика успокоительного. Пусть поспит. Это психоз. Реакция на наркоз. Я пришлю анестезиолога, и мы подумаем, чем можно это все купировать. А что это у вас? Да, так. Воспаление. После укола. Не обращайте внимания. Роман Юрьевич, простите, что заставила вас ждать. Ничего страшного, вот мы как раз пытаемся реанимировать нашу барокамеру. Познакомьтесь, Алексей Петрович, лучший специалист в городе по этим вопросам. Очень приятно. Ну, я думала, что тут всего лишь нужно поменять компрессор. И полагала, что это должна была уладить виновница торжества. Должна была, только не уладила. Прекрасно. Ну, значит, отменяйте пресс-конференцию. А долги за фуршет, рекламу и листовки я поручу выплачивать госпоже Вороновой. Альбина Леонидовна, что? Послушайте, может, все-таки... Нет, не может. Отменяйте пресс-конференцию. Господа, вы кто? Я повторяю вопрос. Вы кто такие? Служба техподдержки. Кто вас прислал? А мы вопросы не задаем. Нам сказали сделать. Мы делаем. А кто и что нас не интересует? Петрович, похоже, работает. Я, конечно, верила госпожу Воронову. Но даже она меня удивила. Да. Анжела Вадимовна полна сюрпризов. Это мой отец.
Ты о чем? Поставляет наши больницы бракованные клипсы. Мой отец. Ты уверен? Фирма Мабру. Ну, записано на меня, на меня, на мое имя. Слушай, ну, может, это какая-то ошибка? Ну, либо он сам не знает, чем занимаются его сотрудники. Ну, не мог так поступить. Он подарил нам барокамеру, еще кое-чем помог. А кое-чем это с чем? Не скажу, не моя тайна. Последнее время между нами очень много секретов. Но я этого так не оставлю. Ну, рассказывай, погущица. Как время с мамой провела? Хорошо, бабуль. Знаешь, как там было весело? Да я догадываюсь. Ну, беги, играй. Яська, только, пожалуйста, в следующий раз не ври, хорошо? Скажи, я просто хочу с мамой провести весь день, поняла? Угу. Реклама отделения пластической хирургии. Надо успеть раздать этим журналистам, пока они в зал заходят. На. Я не буду ничего раздавать. Начинается. Вам надо, вы раздавайте тоже. Светлана Анатольевна. А я что? Что? Я вообще туда не иду. Мне Берестова запретила пост покидать. Олесь, ну так давай я раздам. Я ей про пластику могу кое-что рассказать. Вот, и дели. Спасибо. Хоть один нормальный человек. Спасибо, Митя. Анжела Вадимовна, а куда это вы собрались? Без вас не начнут. Я не думаю, Альбина Леонидовна. Ничего не хочу слышать. Роман Юрьевич, будьте добры, проводите, пожалуйста, Анжелу Вадимовну в актовый зал, чтобы она не заблудилась. Пройдемте. Не знаю, что здесь происходит, но, по-моему, Берестова сошла с ума. Она что думает, запустить барокамеру с силой мысли? Она же нерабочая. Давай послушаем. Дамы и господа, меня зовут Берестова Альбина Леонидовна. Я главврач этой больницы. Обычно главврач созывает пресс-конференцию в день своего назначения. Но мы решили отойти от этой традиции и рассказать вам не то, что планируем сделать, а то, что уже сделано. Ну все, мне конец. Не поминайте лихом. Добрый вечер. Мы все знаем, что медицина не стоит на месте. Появляются новые препараты, новые технологии и новое оборудование. И с этого дня одна из лучших клиник нашего города сможет лечить своих пациентов в разы, подчеркиваю, в разы быстрее. Эта барокамера может заживить самый грубый шов в течение одной недели. Оп! Запускай. Рук дело. Да его рук дело. А мы сейчас спросим господина Броницкого, почему он доставляет нам бракованные инструменты и сколько он получает на откатах. Что? Извини. Быстро, быстро. Прошу к столу, господа. Да.
Ну что, малыш? Будем спать, да? Ну, спокойной ночи. Ой, а что это? У тебя откуда телефон? А, это Ники. Она у меня в рюкзаке забыла. Яся, ты мне не врешь? Не волнуйся, бабушка. Я их завтра отдам. Ну, хорошо. Спи. Спокойной ночи. Папуль, привет, это я. Что случилось? Я на выезд поехал. Адрес показался знакомым. Это была квартира того парня, которого утром привозил из Березина. Матвей Ковалев. Мама его подружки вызвала скорую. Девочка сознание потеряла. Я же просил ее без самодеятельности приехать домой и лечь спать. Где она? В морге. А что случилось? Патологоанатом сказал, что ураганный отек легких, спровоцированный инфекцией.